Звук. Звук. Раз, два, три. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня видно и слышно? Маякните, пожалуйста. Сегодня у нас с вами очередная встреча, посвященная благотворному влиянию замечательной продукции Wellness от Oriflame на состояние нашего здоровья и красоты. И сегодня мы с вами поговорим о шведском бьюти-комплексе. С вами Елена Демченко. И вы знаете, вот когда я готовилась к этой сегодняшней встрече, я вдруг подумала, что мы как-то по инерции, по привычке, отдавая предпочтение только одному активному компоненту этой продукции, очень часто называем шведский бьюти-комплекс просто словом астаксантин. И при этом незаслуженно забываем второй важный компонент этой продукции – чернику. Вот у меня есть любимые вопросы, которые я задаю на лекциях. Что ежедневно вы употребляете в пищу вот, из составляющих коктейля Natural Balance? Яблоки, свеклу, яйца. И получается, что очень многие люди употребляют это только иногда. Вот задайте себе, пожалуйста, вопрос, когда вы последний раз ели чернику и в каком количестве? И как часто черника присутствует в вашем рационе питания? И вот нам, как профессионалам, как людям, продвигающим эту продукцию, непременно нужно помнить, что вот, да, самый основной ингредиент – это, конечно, астаксантин, это сильнейший антиоксидант, сейчас мы поговорим о его воздействии на человеческий организм, на другие живые организмы природы. И это жирорастворимый натуральный антиоксидант. Он благотворно влияет на все наши внутренние органы, но особенно на кожу, зрение, мышцы. Он обладает противовоспалительным свойством и другими свойствами, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Но вот экстракт черники, который присутствует в шведском бьюти-комплексе, причем в количестве 50 мг, вот вы знаете, я вчера посмотрела, продукты черники. Да, мы все знаем, что черника полезна для зрения, но вот даже такие продукты, как, например, черника Форте, она содержит всего 2,5 мг черники, а у нас с вами целых 50 мг. То есть, наверное, это один из секретов создателей, которые вот при исследованиях, проводимых ими, подумали еще о том, как все-таки усилить, да, полезные свойства астаксантина и как дать, в каком комплекте дать нам больше пользы, и чтобы мы получали наилучшие результаты. Вот в самом начале моего знакомства с продукцией Wellness от Oriflame я подумала о том, что, наверное, есть какие-то секреты от производителей, поскольку продукции для здоровья-то в мире много. Но вот есть какие-то секреты, наверное, которые применили люди, заботящиеся не только о том, чтобы восстанавливать человеку здоровье, но и о том, чтобы приумножить его красоту. И вот чем богата черника, и особенно экстракт черники, поскольку сами ягоды черники, они обладают, например, вяжущими свойствами, то есть применяются вот для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Но экстракт черники, он богат другими веществами. Он является натуральным источником витаминов, и не только витамина С, но и витамина А, витаминов группы В. Он содержит такие минеральные вещества, как марганец, хром, селен, цинк, очень важные для нашего организма. Но самое главное, он богат антоцианидами. Ну, вот нам приходится запоминать некоторые слова, как мы запоминали и учились правильно произносить слово астаксантин, но многим давалось почему-то с трудом, мне в том числе. Антоцианиды – это сочетание вот целого комплекса антиоксидантов, антоцианов с гликозидами. А гликозиды относятся вот к тем 24 классам полезных питательных веществ, которые находятся только в растениях. И получить мы их с вами можем только из растений. И вот если сказать об одном из них, мертилин, он, оказывается, улучшает действие, работу поджелудочной железы. Он способствует нормализации уровня сахара в крови. Вот почему я делаю на этом акцент. Мне всегда хочется, вот несмотря на то, что мы рассматриваем с вами отдельные продукты, всегда хочется напомнить, что только вместе, вот как дружная команда, когда работает вместе, а не отдельно каждый человек порознь, тогда мы получаем наилучший результат. И вот точно так же, когда мы принимаем все вот эти компоненты вместе –
в составе Wellness Life Plus, мы получаем с вами наилучший результат. И вот каждая составляющая выполняет какие-то свои особые функции. И мы рассматриваем эти функции, вот рассматривая пользу каждого отдельного продукта. И подтверждено положительное воздействие черники на зрение, сердечно-сосудистую систему и, собственно, вот как антиоксиданта, точно так же, как и астаксантин на все остальные органы и системы, но, может быть, несколько в меньшей степени. И вот если говорить о зрении, то с чего все началось? Очень часто начинаются все исследования просто с наблюдений ученых. И вот ученые, наблюдая за жизнью и сравнивая отдельные полученные людьми в жизни результаты, обратили внимание, что вот когда-то пилоты Англии, отправляясь в ночные полеты, перед полетами они пили всегда чай с черничным вареньем. И обратили внимание на то, что, может быть, благодаря именно этому у них было отличное зрение ночью, то есть ночное зрение, что очень важно. Вот с этого началось изучение черники, которое было подтверждено потом научными и клиническими исследованиями. И если вот говорить о том, от чего нас защищает в первую очередь бьюти-комплекс в составе астаксантина и черники, то это от окислительных процессов. Они знакомы и известны нам в природе. Ржавеет железо, но точно так же ржавеют и продукты живой природы. Так, маякните, пожалуйста, у всех есть звук. Все есть, очень хорошо. Но точно так же ржавеют вот и продукты живой природы. Когда мы выходим в осенний сад, мы видим очень много яблок, вот, которые приобретают такой цвет и такую структуру. То есть они разрушаются под действием окисления. И вот так было открыто разрушающее действие свободных радикалов. Точно так же, как на неживую природу и живую, они влияют на каждую клетку нашего организма. И в том числе вот, человек точно так же, как и вся живая природа, подвержен окислительному стрессу. На это влияет ультрафиолетовое облучение и очень сильное излучение солнца, а с каждым годом его активность все повышается и повышается. На это влияет загрязненность окружающей среды, а вот на сегодняшний день известно, что в мире создано более 4 миллионов химических веществ, и 180 тысяч из них признано особо токсичными или особо опасными. На это влияют наши внутренние стрессы нашего организма и другие дополнительные воздействия, в том числе неправильное питание, которое содержит очень много вредных компонентов, ненужных компонентов. Мы это с вами рассматривали на первом вебинаре. То есть то, что называется избыточно недостаточным питанием. И все это воздействует, приводит к тому, что атомы кислорода, кислорода, несущего нам жизнь, жизнь природе, они становятся опасными для нас, они становятся особо активными. Это называется еще таким словом, как синглетный кислород. И они начинают разрушать и повреждать клеточную мембрану. И если это небольшие повреждения, ну вот как в стене, если разрушится один или два кирпича, ничего страшного не произойдет. Но если под воздействием разрушения несколько кирпичей потеряет стена, то вот тогда она может рухнуть. То же самое происходит и с нашими клетками. Но и поскольку мембраны у нас имеют не только клетки, но и все внутриклеточные образования, в том числе ядро клетки, которое хранит всю информацию о том, как должны развиваться процессы в нашем организме, какую функцию выполняют те или иные органы, точно так же внутриклеточные образования и митохондрии, которые вырабатывают энергию. И вот самое главное, конечно, это ядро клетки. И получается ежедневная массивная атака свободных радикалов, она приводит к тому, что нужно как-то защищаться от этого живым организмом. И вот дальше это предусмотрено самой природой. То есть природа придумала защиту от свободных радикалов. Она называется антиоксиданты, то есть вещества, которые противодействуют свободным радикалам. Сейчас дальше мы рассмотрим, как они работают и почему это происходит. И вот смотрите, если бы не антиоксиданты, в основном это пигменты. Вот часто говорят, что, ну, подумаешь, астаксантин – это просто пигмент. Ну, так все антиоксиданты – это пигменты. Вот именно им мы обязаны яркой окраской,
и цветам, присутствующим в природе. Вот говорят ученые, что если бы не антиоксиданты, вот обеспечивающие яркий цвет цветов, растений, фруктов, то к середине дня под воздействием солнечных лучей вся природа превратилась бы в выжженную пустыню. И вот яркой окраской фруктов и овощей, то есть чем больше, сильнее выражена краска, тем больше в этих овощах и фруктов полезных питательных веществ и в первую очередь антиоксидантов. И эти вещества вам известны, это витамин С, это витамин Е, это так называемые каротиноиды, о которых очень много говорится сейчас. И вот каротиноидами богаты и помидоры, и перец, и морковка, но важно помнить, что превратиться вот в полезные вещества, которые и выполнять роль антиоксидантов, они смогут только в том случае, если их протушить с маслом, поскольку вот здесь очень важен этот процесс. Если вы будете есть их свежими, вы получите огромное количество других полезных веществ, но только не антиоксидантную защиту. Это танины, зеленый чай, это определенные микроэлементы, все знают, что к ним относятся, селен, цинк и так далее. Но вот живая природа, яркая окраска растений. И в чем вот проблема существует? Тот же витамин С, прекрасный антиоксидант. Но, во-первых, он работает только с наружной поверхности мембраны клеток. Во-вторых, он очень сильно подвержен разрушению. То есть, если вы срываете яблоки, черешню, клубнику, то уже через час после этого количество витамина С уменьшается приблизительно на 50%. Давайте теперь подумаем. А часто ли мы едим именно с грядки вот свежие фрукты и свежие овощи? И мы никогда не знаем, сколько часов они находятся на хранении. Поэтому потенциально вроде бы мы получаем витамин С, а фактически мы получаем гораздо меньшее его количество. И вот самым сильным антиоксидантом, почему его называют королем, да, можно перечислять во сколько сотен раз он сильнее, чем все другие встречающиеся антиоксиданты в мире, но точно так же, как вот и другие научные открытия. Ученые обратили внимание на то, что красная рыба, когда идет на нерест, она преодолевает колоссальные препятствия. Вот говорят, если сравнить это с человеком, то человеку ростом 1,80 м нужно было бы преодолевать волны высотой 900 метров и плыть против течения, вот, пытаться проплыть 150 километров. И вот лосось идет на нерест именно таким образом. И тогда стали смотреть, в чем же причина. Оказывается, вот причина как раз в яркой окраске мышечной ткани, и окрашена эта мышечная ткань астаксантином. Но не только вот красная рыба, а откуда это у красной рыбы? Оказывается, от питания. И вот обратили внимание на то, что вот самым как бы богатым растением, которое способно дать нам астаксантин, это водоросль гематококкус, гематококкус плювиалис. В обычном состоянии, при благоприятных условиях, она нежно-зеленая. Но вот чем и отличается растительный мир от нашего? Он вынужден защищаться на месте, он не может передвигаться и перейти в какое-то другое место, если ему будет что-то угрожать, какое-то вредное воздействие. Вот человек, он способен передвигаться, животный мир способен передвигаться. А растениям нужно вырабатывать какие-то полезные защитные вещества на месте. Вот именно поэтому рекомендуется сезонное питание и питаться преимущественно теми растениями, которые растут в местности нашего проживания. Но при этом, вот, даже если это растение не в нашем месте проживания, то его положительное действие все равно будет оказано на организм. Вот как растение гинкго билоба и вот точно так же водоросли гематококкус. То есть при неблагоприятных условиях она начинает вырабатывать антиоксидант астаксантин. И настолько сильно культивирует его в себе, что фактически вот порошок этой водоросли, он находится как раз и в капсулах наших бьюти-комплекса и содержит очень большой процент именно астаксантина, что мы с вами вот и получаем с этой продукции. И, конечно, самое главное действие – это защита клеточных мембран. То есть защита клеточных мембран всех клеток нашего тела. Причем вот на этом слайде четко показано, как именно располагается у нас вот астаксантин. То есть он защищает мембрану клеток и снутри, и снаружи. Вот именно поэтому он отвечает за процессы регенерации и восстановления.
И точно так же он защищает мембрану клеток ядра, ядра клетки, защищает мембрану всех внутриклеточных образований. То есть он способен вот сдерживать и как бы помогать ремонтировать те повреждения, которые возникают под воздействием неблагоприятных факторов, и предупреждать это воздействие. Потому что вот он очень активно отдает свободные атомы. И тогда радикал перестает быть вредным для нас. Он не может уже нанести поражение клеточной мембране. То есть это очень, очень важная защита. Вот все остальные антиоксиданты тоже здесь показаны. Вот витамин С работает снаружи, каротиноиды работают вот внутри, между двумя слоями билипидной мембраны. Но наиболее сильным воздействием и укреплением отличается, конечно, астаксантин. И самое главное, то есть почему бьюти-комплекс, почему защита для нас, да, вот именно и антиоксидантов черники, антоцианов, и самого астаксантина. Защита кожи от УФО и преждевременного старения. Есть замечательная фраза 40-летней австралийки и 60-летней англичанки выглядят одинаково, которая как раз вот подтверждает это разрушительное воздействие ультрафиолетового облучения и то, что называется фотостарением. Мы все с вами хотим выглядеть моложе. Чем старше мы становимся, тем лучше нам хочется выглядеть и сбросить несколько лет, а иногда и несколько десятков. Ну вот думайте, 40-летние и 60-летние выглядят одинаково. То есть солнечные лучи, они благотворно оказывают воздействие на кожу, но только в определенное время, в определенные часы. А если человек все время находится вот под воздействием этого ультрафиолетовых лучей, тогда, когда они становятся очень вредными и токсичными для нас, нужна дополнительная защита. И кроме этого, вот эти исследования проводили в Японии. То есть всем женщинам двойной слепой плацебо-контроль, как вот часто спрашивают, а проходила ли эта продукция, такие вот рандомизированные исследования, чтобы двойной слепой плацебо-контроль? Конечно, проходила. Так вот, когда проводили эти исследования по астаксантину, оказалось, что уже через месяц, даже иногда раньше, все показатели состояния кожи, то есть влажность, гладкость, эластичность, выраженность пигментных пятен, выраженность морщин, они были более четко выражены, эти положительные изменения, именно у тех женщин, которые принимали астаксантин, хотя никто не знал, кто принимает, а кто нет. То есть это научно доказанное исследование. Но поскольку клетки кожи у нас, все-таки их жизнь приближается к 2 месяцам, то вот как бы не стоит надеяться на очень быстрые результаты. Пока вот эти клеточки поднимутся к поверхности кожи, и мы увидим четкие изменения, обычно проходит не менее 2 месяцев. При, очень важный момент, ежедневном приеме. И, как вы понимаете, не только бьюти-комплекса, но и Wellness Life Plus в полном объеме. Кроме этого, вот что происходит с кожей, тоже регенерация и деление клеток. Астаксантин обеспечивает эти процессы регенерации и деления во всех наших внутренних органах. Вот мы говорили с вами о том, что наше физическое тело запрограммировано на восстановление к норме. Запрограммировано на восстановление даже вот при серьезных отклонениях от этой нормы, вот, к которым можно отнести раны, повреждения на коже, переломы. И вот организм определенным образом, определенными процессами сам залечивает эти повреждения. Вот зарастают переломы последовательно. Как мы можем на это повлиять? Ну, единственное, что мы можем сделать, это дать полноценное питание нашему организму, а все остальное он делает сам. Этот процесс не подвластен ни докторам, ни самому человеку. Это делает его организм. И он знает, что делать и как делать. Самое главное, что для того, чтобы эти процессы регенерации происходили вовремя и правильно, мы должны обеспечить наше тело всеми вот составляющими веществами. И белком, и витаминами, и минеральными веществами, и омегой-3. Ну, а астаксантин окажет свою регулирующую роль. То есть он способствует восстановлению структуры и функции ткани. И я помню, как рассказывала одна женщина, говорит, бежала навстречу, спешила, подскользнулась и достаточно серьезно
поранила кожу руки и подумала: «Боже мой, у меня же через 5 дней встреча. Как же я приду, вот, ну, некрасиво, когда кожа рук и не спрячешь, и перчатки не оденешь». Она говорит: «Я пила в это время астаксантин, кто-то подсказал мне добавить еще хотя бы одну капсулу». Я, говорит, ее добавила, и, о чудо, к 5-му дню уже эти повреждения были практически незаметны. И вот я хочу вам сказать, что процессы регенерации – это естественные процессы. И астаксантин помогает их нормальному течению. То есть он не может ускорить их до бесконтрольного деления клеток. Поэтому не надо опасаться. Он не навредит ни вашему организму, ни организму других людей. Он не вызывает злокачественное новообразование или бесконтрольное деление клеток. Он помогает нормализации процессов восстановления. То есть материальное обеспечение нормального нормальной структуры органов и систем и их нормальной функции. И вот в отличие от всех других антиоксидантов, то, о чем мы говорили, именно астаксантин способен проникать через гематоэнцефалический барьер. Это природный барьер между кровью и спинномозговой жидкостью. Так природа защищает наш мозг от воздействия некоторых вредных веществ. Но с течением жизни изменилась ситуация вокруг, изменилась экология. И вот получается, что сегодня наш головной мозг, он нуждается в дополнительной защите. И поскольку другие антиоксиданты не могут проникнуть через гематоэнцефалический барьер, нам приходится рассчитывать вот практически только на астаксантин. Есть у нас внутренняя защита, гормон мелатонин, но мы сами часто нарушаем его выработку тем, что не соблюдаем норму сна. Когда мы спим при горящем свете или даже вот за окном ярко горящий фонарь луна, выработка мелатонина уменьшается. И тогда, получается, наш мозг становится беззащитным. И работает мелатонин в ночное время, а вот днем нашему мозгу нужна очень серьезная защита. То есть и во все периоды роста и развития взрослого человека, да, вот старше 14 лет. И именно через мозг астаксантин проникает в сетчатку глаза. Потому что глаза, вот сетчатка глаз, это часть мозга, вынесенная наружу. Это зрительный анализатор нашего головного мозга. То есть благодаря глазам мы познаем мир. Для этого очень важно, чтобы зрение у нас было четким, стопроцентным. Потому что 90% информации, вот и ребенок, и взрослый, получает благодаря хорошему зрению. И с возрастом, от нагрузки, очень часто люди начинают страдать нарушениями зрения. То есть вот для этого нужно заботиться профилактически, то есть своевременно восстанавливать структуру сетчатки глаза. Вот и в этом очень хорошо может помочь бьюти-комплекс. Бьюти-комплекс можно назвать двойной защитой зрения. Вот почему создатели добавили, причем добавили в достаточно серьезной дозе экстракт черники. Для, в первую очередь, для наших глаз. Давайте подумаем, вот красота человека, через что она в первую очередь мы ее замечаем. Вот княжна Мэри, Лев Толстой, она все никак не могла понять, почему ее глаза считают красивыми, потому что не видела этой красоты, когда смотрелась на себя в зеркало. Но когда она смотрела на другого человека, ее глаза лучились любовью. И вот именно глаза – это в первую очередь то, на что мы смотрим в другом человеке. Поэтому вот защиту зрения невозможно переоценить. И смотрите, экстракт черники, который содержит витамин А и другие вещества, мы уже говорили о них, участвует в синтезе родопсина. Родопсин разрушается – это такой пигмент зрительный, который разрушается каждый раз, когда мы концентрируем свой взгляд на чем-то. Мы изменили направление взгляда, и у нас идет разрушение родопсина. То есть наш организм нуждается в постоянном поступлении и подпитке и синтезе этого вещества. И кроме этого, черника улучшает ночное зрение. Астаксантин предупреждает воспалительные процессы. Вот сейчас огромное количество людей начинает страдать от синдрома компьютерного зрения. То есть это побочный эффект глобальной компьютеризации. И мы никак не можем повлиять на то, чтобы наши дети и мы сами проводили за компьютером меньше времени. Ну вот как раньше говорили, 40 минут в день,
час в день. Ну, скажите это программистам, скажите это компьютерщикам, и они просто улыбнутся, да, этим словам. То есть мы не можем это изменить. Нам очень важно приспосабливаться. И нам очень важно защищать глаза, в первую очередь, наших детей. Вот школьники, чем дальше они учатся, начиная там, с 8 класса, вот именно с 14-летнего возраста, у детей, особенно у студентов, идет колоссальная нагрузка на зрение и колоссальная компьютерная нагрузка. Поэтому вот это дополнительная защита. Кроме гимнастики, кроме периодического отдыха, обязательно очень важно питание. И обязательно очень важно полноценное кровоснабжение наших глаз. И вот колоссальную роль в этом играет именно астаксантин. И глобальная компьютеризация привела еще к другим специфическим проблемам со здоровьем, которые, в принципе, нельзя назвать диагнозами, поэтому их называют синдромами. Ну вот, например, туннельный синдром. Либо, когда начинают болеть вот суставы и наши пальчики. Если человек очень серьезно печатает статьи, печатает, работает на компьютере, то иногда он делает в сутки до 100 тысяч ударов пальчиками. То есть это избыточная нагрузка, это перегрузка. Тоннельный синдром, если приходится постоянно работать с мышкой, то есть определенная нагрузка, да еще если рука находится в висячем положении. Развивается нестерпимая боль. К чему это приводит? В принципе, назвать человека вот больным нельзя, но рука работать не может. Начинается воспалительный процесс, нарушается функция. И вот астаксантин очень во многих случаях способен предупредить такую патологию, развитие такой патологии, а как вы знаете, гораздо легче и гораздо дешевле предупредить, чем потом исправлять. Поскольку если уже разовьется туннельный синдром, то иногда человек выбывает из строя на 2-3 недели. Он здоров, он себя нормально чувствует, но рука его работать не может. Поэтому вот гораздо легче это предупредить и вот всем вашим старшеклассникам и студентам, и взрослым людям, работающим за компьютером, обязательно нужен астаксантин. И такой же вот синдром, связанный с глобальной не только компьютеризацией, ну, а с тем, что называется таким интересным словом гаджеты. Наклон головы. Вот посмотрите, какова нагрузка на позвоночник в зависимости от наклона головы. Обратите сегодня внимание, пожалуйста. Вот вы будете видеть окружающих людей. Обратите внимание, насколько серьезно они наклоняют голову. И как долго это длится. Этот синдром называется синдром текстовой шеи или текст-нек. То есть, опять-таки, это не заболевание вроде бы. Но это может привести к остеохондрозу. Это может привести к другой костно-мышечной или и дополнительно нервной патологии, развитию заболеваний. И поскольку, опять-таки, кто у нас больше всего и когда начинает сидеть за компьютерами и работать, и тем более гаджеты, которые есть сегодня абсолютно у каждого человека. То есть очень важно приучить держать его вот перед собой, не наклоняя голову. Это одна сторона дела, а поскольку все-таки неизбежен периодический наклон этой головы, очень важно давать дополнительную защиту. И вот бьюти-комплекс окажет в этом незаменимую услугу, предупреждая, да, вот эти воспалительные процессы. Астаксантин улучшает работу сердца и сосудов, это тоже научно доказанный факт. Он влияет на нормализацию липидного обмена, на повышение уровня так называемого хорошего холестерина или липопротеидов высокой плотности и снижает уровень липопротеидов низкой плотности, которые вот способны поражать сосуды. Он защищает все клеточки вот, сосудистой сети от повреждающего действия свободных радикалов. Давайте подумаем, насколько это важно для сосудов. И вот не потому ли у нас начинают развиваться атеросклеротические бляшки, что именно эндотелий сосудов повреждается свободными радикалами. Если это достаточно серьезные повреждения, организм стремится залечить этот процесс и начинают формироваться атеросклеротические бляшки. Что отмечается мировая статистика? Что признаки атеросклероза начинаются уже у деток с 14-летнего возраста. То есть тут тоже нужна дополнительная защита мембраны клеток. Дорогие друзья, давайте так, на вопросы я сейчас вот даже не буду смотреть. На вопросы я отвечу в конце вебинара. На все ваши вопросы, хорошо? Вы их пишите, но для себя, а потом будете публиковать. И кроме этого, астаксантин, вот он укрепляет, он способен накапливаться в мышцах. И он укрепляет мышцу не только скелетной мускулатуры, но и мышцу сердца.
А сердечная мышца, видите, она отличается, это более крепкие мышцы. В них гораздо больше ядер, которые тоже нуждаются в дополнительной защите. И вот это две стороны одной медали. То есть почему нам важна защита и мышцы сердца, и мышечной ткани? Оказывается, работоспособность сердца у нас во многом зависит. И кровоснабжение, сам процесс, именно от скелетной мускулатуры. Вот смотрите, сердце выбрасывает кровь под большим давлением. Я только раз в жизни видела артериальное кровотечение. Кровь била на 2,5 метра вверх, такой фонтан. То есть так сильно, да? А вот давайте подумаем, а как же она поднимается против силы тяжести по венам, которые не обладают такой сильной мускулатурой? Из которых вот при кровотечении кровь течет более медленно гораздо, вишневого цвета. Что помогает продвигаться этой крови вверх? Да, есть особые клапаны в венах, но это нет такой силы. Так вот, помогает именно скелетная мускулатура. Почему ее называют периферическими сердцами? И вот здоровье получается нашей сердечно-сосудистой системы, а значит, обеспечение и кислородом, и всеми питательными веществами у нас находится в зависимости от состояния скелетной мышечной мускулатуры и от работоспособности нашего сердца одновременно. И точно так же астаксантин улучшает работу иммунной системы. То есть он защищает мембрану наших клеток от вирусов, респираторки и гриппа в первую очередь. То есть это дополнительная защита. И вот смотрите, мы говорили с вами, когда разговаривали об омеге-3, что клетки слизистой у нас обновляются с интервалом в 5-7 дней. И вот именно омега у нас обеспечивает прочность этой мембраны. Прочность настолько сильную, что она не пропускает вирусы внутрь клетки. Но вот если вы 5 дней пьете омегу, а 2 дня не пьете, или сегодня выпили, завтра забыли, клетки слизистой обновляются в течение 5-7 дней. То есть, когда вы забываете ежедневно принимать омегу, то вы становитесь уязвимы. И вирусы, они довольно хитрые существа, у них своя какая-то мудрость. Они отыскивают именно те клеточки, которые построены без участия омеги-3, и начинают свою разрушительную деятельность. Вот поэтому в данной ситуации, если дополнительно у нас есть прием астаксантина, то идет дополнительная защита. Да, и это оправдывает вот те действия, когда при первых признаках заболевания вы выпиваете дополнительно капсулу астаксантина. Ну вот только личная большая просьба. Мне часто приходится слышать об увеличении дозировки в 6 раз, в 10 раз. Вы знаете, может быть, достаточно просто дополнительно одну еще капсулу, в зависимости от вашего возраста. Да, чем старше мы становимся, тем больше нам это нужно. Но совершенно не обязательно пить в таких вот дозах. Ну, давайте подумаем. В Wellness Pack у нас входят 2 капсулы омеги, 1 капсула астаксантина и 1 капсула витамина минерального комплекса. Давайте все-таки больше будем доверять создателям. Они постарались нам дать вот самое лучшее. И мы видим это по тем результатам, которые мы получаем. Но вот кроме конкретной защиты мембраны наших клеток, в частности мембраны слизистой, астаксантин влияет еще на целый ряд вот моментов работы иммунной системы и клеток иммунной системы. То есть он способствует восстановлению иммунитета, нормальной работе иммунитета. Он ничего не стимулирует, там, не повышает. Он помогает телу привести эти процессы к норме. Поэтому он не заменяет собой всю деятельность иммунной системы. Да, и вот для нормальной работы иммунной системы нам непременно нужен Wellness Life Plus. Но вот свою четкую лепту он вносит, защищая мембрану клеток, уменьшая выраженность воспалительных процессов, которые всегда присутствуют вот при любой патологии. А воспаление дает боль, воспаление дает нарушение функции органа, и воспаление причиняет нам серьезные страдания. То есть, вот, улучшая работу иммунной системы, он помогает нашему организму справиться вот со всеми негораздами и со всеми воспалительными процессами гораздо быстрее и незаметнее иногда для нас. Поэтому мы иногда не ощущаем, как это происходит на самом деле. Ну и вот кроме этого, астаксантин, который известен как, в первую очередь, стал известен как вещество, повышающее силу и выносливость. Потом только ученые открыли конкретные механизмы. То есть это оценили выдающиеся спортсмены мира,
которые принимают астаксантин. Да, и вот вы знаете, когда я чуть подробнее узнала о жизни, о спортивной карьере Евгения Плющенко, я удивилась, сколько же спортивных травм перенес этот спортсмен, сколько тяжелейших операций, и вот то, что он представляет wellness, и именно астаксантин говорит о пользе, это совершенно не случайно, потому что именно эта продукция помогала ему быстрее и безболезненнее вставать в строй, быстрее восстанавливать свои силы для того, чтобы радовать нас вот прекрасными своими выступлениями. И это не единственные лица, представляющие цвет. То есть первые места – это чемпионы, это победители. Вот Каролина – это первая ракетка мира. Лиля Подкопаева – чемпионка. Евгений Плющенко – первый мир. То есть люди, которые вот отличаются не только своими достижениями в спорте, а люди, которые личности, которым хочется следовать, которым хочется подражать. Поэтому это вот яркий пример, и, может быть, для кого-то, и для молодых людей, и для спортсменов это будет убедительным аргументом в то, что стоит начать все-таки принимать астаксантин. Но кроме влияния личности, это аргументы, которые влияют на человека, когда мы апеллируем к каким-то известным личностям, очень важны не только просто слова и пример какого-то человека, очень важны факты, в том числе научные факты. И вот здесь тоже за то время после открытия выделения астаксантина вот, в качестве вещества, и проводились очень много исследований. И вот в частности, смотрите, как влияет астаксантин на уровень молочной кислоты в мышцах, то есть насколько этот уровень ниже. Он снижает накопление в крови молочной кислоты и образование ее именно потому, что он защищает от свободных радикалов и уменьшает процессы восстановления. Что очень важно для спортсменов? Эффективность тренировок. Но как часто после тренировок, вот особенно когда мы начинаем с вами тренироваться, мы испытываем неприятную боль в мышцах, ее называют крепатурой. Вот она как раз связана с накоплением молочной кислоты. И вот, как ни странно, при физической нагрузке сердце бьется быстрее, дышим глубже и чаще. И вроде бы организм получает большее количество кислорода, и у нас не должно быть ни гипоксии, ни каких-то негативных моментов. Но оказывается, организм получает больше кислорода, и вот смотрите, на 70% больше кислорода, а свободных радикалов становится в 20 раз больше. То есть нужна дополнительная защита нашим мышцам. Вот именно поэтому спортсмены, зная, что вот именно эффективность тренировок, она в конечном счете обеспечивает результат, принимают астаксантин. Доказано клинически противовоспалительное действие при спортивных перегрузках и травмах. То есть спортсмены, они иногда тренируются практически на износ, стремясь добиться результата. Поэтому неизбежны и перегрузки, следом за которыми идет воспаление, и травмы. И вот смотрите, уровень боли в колене. То есть это все исследования, которые проводились неоднократно и с конкретными людьми. Уменьшается. Очень чувствительно. То есть вот боль – это то, с чем лучше справляться без обезболивающих средств, поскольку они всегда неблагоприятно влияют на все внутренние органы. Вот доказано противовоспалительное действие. То есть эффективность повышается у нас, повышается противовоспалительное действие и повышается сила и выносливость. Я думаю, вот этот человек, Евгений Чагин, знаком практически всем из вас, и все его регалии перечислить, наверное, невозможно. Чемпион Якутии, чемпион мира, бодибилдер, победитель в силовых единоборствах. То есть он рассказывает о том, как и почему он принимает эту продукцию Wellness at Oriflame и какие результаты ему это дает. Это тоже вот аргумент для ваших оппонентов, для всех спортсменов, спортивных клубов и фитнес-тренеров. И вот посмотрите, то, о чем часто нас спрашивают. Двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование. То есть эти исследования проводились в группах студентов, то есть молодых мужчин. И мужчин среднего возраста. Ну, средний возраст это за 50. Они принимали по одной капсуле астаксантина в день. Вот посмотрите, их результаты в процессе тренировки. То есть тренировалась группа с одинаковой нагрузкой, с повышением этой нагрузки ежедневной, со всеми остальными равными условиями.
без астаксантина и с участием астаксантина. Вот насколько выше результаты. То есть это очень-очень серьезно. Да? И самое главное, для чего спортсмены занимаются спортом очень серьезно, да, профессиональным спортом, это повышение результатов, это достижение рекорда. Вот посмотрите, результат велогонщиков. Они принимали астаксантин по 4 мг 28 дней, и вот результаты заезда на 20 км. Разница в целых 2 минуты. Это в спорте, где счет идет на секунды очень часто. И для достижения результата сейчас учитываются иногда там, доли секунды. А тут достаточно долгий заезд, то есть это именно выносливость, то, что очень важно для определенных спортивных состязаний. Результат гораздо быстрее, то есть выше, сильнее, лучше – это результаты спортсменов всего мира. Это очень важно. И именно поэтому, то есть не только спортсмены у нас испытывают серьезные физические тренировки. Да, у нас целый ряд профессий связан до сих пор с тяжелым физическим трудом. И доказано, что тяжелый физический труд, то есть перегрузки стабильные, постоянные, вот такие перегрузки, как может быть у этого молодого человека на фото, они тоже губительны для здоровья. Вот все, что выше и ниже нормы, не есть хорошо. Почему мы говорим «золотая середина»? Они тоже приводят к преждевременному уходу из жизни. То есть если вот эти перегрузки бывают стабильными, поскольку тело должно успевать восстановиться. А очень часто, когда рабочий день длится долго, когда перегрузки очень сильны, то есть в течение ночи организм восстановиться не успевает. И вот в этом случае нужна помощь. И я вспоминаю, вот несколько женщин делились результатами. Особые условия труда у мужчин, вахтовый метод, где они работают действительно там по 12-14 часов в сутки. И вот я помню, как одна дама говорила моему мужу, уже за 70, он сказал, все, я еду последний раз. Ну, говорит, в этот раз я дала ему с собой wellness-пэк, дала ему с собой коктейль. И каково же мое удивление, когда он вернулся и сказал, ты знаешь, дорогая моя, я, наверное, еще поработаю. Оказывается, я почувствовал себе вот такие силы, я быстрее восстанавливался, я меньше уставал. Я вполне способен работать дальше. Только, пожалуйста, давай мне в следующий раз и побольше. Вот. И естественно, что дальше происходит обычно. Обычно интересуются друзья, знакомые, сотрудники. И таким образом тоже идет у нас и продвижение этой продукции. Ведь она помогает всем, и она нужна всем, не только нам с вами. То есть это вот совершенно искреннее желание у нас общее, чтобы эта продукция была известна и, соответственно, доступна практически всем людям, которые нам дороги, по крайней мере. И их близким людям. Поэтому вот мужчинам при тяжелом физическом труде обязательно нужно принимать астаксантин и, возможно, даже в дополнение к wellness-пэку. Чем старше мужчина, тем это серьезнее. Да, серьезнее такая защита. Ну и вот очень важный момент. Да, иногда задают вопросы, как забеременеть с помощью коктейля Natural Balance. И как-то один из мужчин написал, ну что вы, говорит, здесь же обязательно должно быть присутствие мужчины, от одного коктейля не получится. Но в самом начале, да, пути, когда вот стали все принимать и wellness pack, и коктейль, вдруг обнаружили, что целый бум деторождения, что те, кому не удавалось родить первого ребенка, семьи вдруг вынашивали и рожали первого ребенка, а кто-то, у кого не получалось родить второго ребенка, была та же картина. И да, вот мы говорили с вами, что пластическая функция белка, регуляторная функция белка, это то, что помогает вот течению всех процессов в нашем теле, что с помощью коктейлей, с помощью омеги и витаминов идет регуляция гормонального фона и так далее. Но вот давайте поговорим чуть-чуть еще и о астаксантине. Какую лепту вносит в это он? И вот сейчас каждая четвертая пара семейная в нашей стране бесплодна, в наших странах даже, скажем так. То есть проблемы с тем, чтобы зачать ребенка. И очень часто это происходит из-за состояния здоровья не только женщин, но и мужчин. То есть врачи обращают внимание вот на активность половых мужских клеток, что она снижена, что форма у этих клеток не та, действенность не та, они измененные формы, они малоактивны. И с чем это связано? Из чего строятся эти клетки?
Вот мы говорили в теме, посвященной витаминам, цинк, селен, и белок нужен дополнительно. Но вот оказывается, астаксантин, он защищает эти клетки от окислительного стресса, от воспалительных процессов, способствуя нормальной регенерации, нормальному воспроизводству этих клеток. А у мужчин это происходит каждые 2-4 месяца. Вот, он увеличивает, это доказано тоже научно, активность мужских клеток. Он защищает ДНК клеток у будущих матери и отца. И вот те исследования, о которых идет речь, это 16 миллиграмм астаксантина в день, то есть взяли 10 пар, страдающих длительным бесплодием. И вот и мужчины, и женщины получали астаксантин в такой дополнительной дозе. Где-то через пару месяцев 5 пар из 10 зачали и благополучно выносили женщины беременность и родили ребенка. То есть вот переоценить роль и значение астаксантина для нормального зачатия, для нормального внутриутробного развития ребенка очень сложно. То есть и весь период беременности женщина обязательно должна принимать Wellness Life Plus, и в частности астаксантин. Он никак не может навредить вашему ребенку. Он только способен защитить клетки вашего тела и клетки ребенка от целого ряда вредных воздействий. То есть у нас не существует 100% защиты. Это тоже нужно понимать. Есть сильные дозы радиации, есть сильные дозы других людей. Но все-таки вот защитить, насколько это в нашей с вами власти, мы просто обязаны. Да, вот и помочь это, в этом беременной женщине и ее развивающемуся ребенку. То есть клетки развивающегося ребенка еще более чувствительны, чем клетки организма взрослого человека. Поэтому вот для будущих родителей это очень-очень важно. И опять же, при систематическом приеме астаксантина вам не придется пить такие избыточные, то есть не избыточные, а повышенные дозировки. Но это врачебные исследования. Это вот то, о чем мы говорим. Если существует проблема бесплодия, нужно серьезно консультироваться и, возможно, не с одним доктором, рассматривать все возможные причины бесплодия и вот давать доктору информацию о той продукции, которая у нас с вами есть. То есть грамотные врачи, они уже знают, что такое астаксантин, и, естественно, они дадут вам соответствующие рекомендации. Нужно вам это или нет, и вот какой конкретной дозировки вам нужно. Ну, еще раз, если вот с 14 лет ребенок получает Wellness Life Plus и дополнительно чайную ложку детской омега-3, то, я думаю, никаких проблем вот с развитием, с зачатием, с внутриутробным развитием у него не будет. То есть это то, о чем нужно думать и готовиться, и заботиться, ну вот, с внутриутробного развития и всю дальнейшую жизнь. И думать о том, что наши дети, мальчики и девочки, станут когда-то мамами и папами, нужно в детстве. То есть обеспечивать все этапы развития ребенка, помогать своему телу приводить его состояние к норме. Ну и как принимать астаксантин? Как и омегу-3 после основного приема пищи. То есть вспоминаем, когда пищевой комок прикасается к стенке 12-перстной кишки, у нас открывается так называемый сфинктер Оди и выбрасывается в просвет 12-перстной кишки желчь, имеющая в своем составе желчные кислоты и пищеварительные соки. Желчь выполняет свою функцию, она разбивает большие капельки жира на огромное количество мельчайших капель, и тогда водорастворимому ферменту липазе, который работает только на поверхности жировой капли, гораздо легче обеспечивать наиболее полную усвояемость того же астаксантина и той же омега-3. То есть вот непременно только после основного приема пищи. И вот мы делаем это с вами обычно в составе Wellness Pack. То есть вот средняя суточная доза, одна капсула в составе Wellness Pack. Астаксантин абсолютно безвреден. Вот меня недавно спросили, а если вот, ну, сколько максимально можно выпить? Ну, понимаете, даже если вы максимально выпьете всю упаковочку сразу, вреда вы своему организму не нанесете. Ну, будет некоторое послабление стула, и ваш организм не получит пользы, на которую вы рассчитывали. То есть это просто, ну, напрасная трата средств, скажем так. Вот если установлено, что средняя суточная дозировка, которая способна защитить наш организм,
То есть даже в малых дозах он очень-очень эффективен. А здесь еще вспоминаем, что это у нас Beauty Complex Plus. И кроме астаксантина у нас еще 14 видов антиоксидантов, которые дополнительно работают на наше с вами тело, помогая ему восстанавливаться. То есть если бы создатели этой продукции предполагали, что нужно больше, я думаю, они просто добавили бы вторую капсулу астаксантина в состав Wellness Pack. То есть вот для большинства людей добавлять вторую капсулу в обычной жизни нет никакой необходимости. Он способен потихонечку накапливаться в нашем теле и защищать его от окислительного стресса и от многих других вот вредных воздействий окружающего мира, в котором мы с вами живем. Ну и, конечно, все-таки самое главное, почему бьюти-комплекс – это наша красота. И все вы знаете, что известная Мадонна, она принимает астаксантин, и, может быть, вот именно поэтому, да, вот не случайный слайд, он известен, я думаю, всем вам, но он очень-очень показательный. Нам всем хочется выглядеть женщинами, а не бабушками. Да, как когда-то тоже сказал один из великих, у женщины три возраста – девочка, женщина и старуха. И говорит, вот когда она женщина, то не имеет значения, сколько ей, 15 или 95. Ну вот поэтому я всем желаю, мы с вами знаем, что клетки у нас обновляются, нашего тела, атомарный состав точнее, на 98% в течение года, это означает, что клетки нашего тела не старше 11 месяцев. Но поскольку они у нас ежедневно делятся, ежедневно восстанавливаются, давайте будем им помогать. Давайте будем заботиться о себе любимом или о себе любимой и давать своему физическому телу вот ту прекрасную продукцию, которая позволит продлить молодость, красоту, здоровье и позволит нам в любом возрасте выглядеть прекрасно. Чего я искренне вам желаю. Ну, а теперь давайте я отвечу на ваши вопросы. Сейчас. Девочки 22 и 26 лет. И у обоих девочек ДЦП. Да что ж такое? Ну, вот это внутриутробное развитие, как правило, перинатальный период. Сейчас, дорогие друзья, не могу увидеть. Так, принимать wellness во время беременности обязательно нужно. Вот смотрите, я в своей книге «Здоровые дети» я пишу о том, вот о своей глубокой благодарности лидерам компании «Oriflame», которые начинали, чувствовали, что это не может быть вредно для детей. Да? И институту питания, который, я уверена, приложил свою руку, и тем вот топ-лидерам, которые обладают влиянием на окружающий мир, что вот нет на основной продукции wellness этой надписи «Беременным и кормящим противопоказано». Поскольку полезное питание не может быть противопоказано беременным женщинам. Причиной открытия овального отверстия у ребенка является какое-то вредное воздействие в ранний период. То есть формируется овальное отверстие с пятой недели внутриутробного развития, сердце формируется. То есть что повлияло, сказать трудно. Почему нужно защищаться? Ну, вот еще раз насчет девочек. Вот большая-большая просьба. Wellness Life Plus. Вот мы сегодня разобрали астаксантин, на прошлом вебинаре мы разобрали омегу, витамины, дальше Natural Balance. Ну вот смотрите, Wellness Life Plus. Это Wellness Pack и коктейль. То есть это комплекс, который содержит самые полезные питательные вещества, которые мы не получаем с обычной пищи. Что важнее для построения дома? Раствор или кирпичи? Что важнее для того, чтобы испечь коржи? Что мне лучше положить, сливочное масло и яйца или муку? Вот, ну, не надо так ставить вопрос. Нам нужно все это. Именно поэтому и дали вот Wellness Pack. И, конечно, дали нам дополнительно бьюти-комплекс, чтобы, если нужно, мы дополняли это. Особенно важно с возрастом. Почему важно с возрастом? Естественная мелатониновая защита у нас снижается с возраста в 14 лет. То есть идет выработка мелатонина на понижение. Если еще мы не обеспечиваем сон, то у нас нет внутренней защиты. Поэтому вот после 40 лет действительно и иногда раньше при определенных условиях можно добавлять астаксантин. Поэтому он у нас есть вот дополнительно с вами. Да, можно принимать беременным. Кормящей маме можно пить. Вот деткам не надо старше 14 лет, хорошо? Не потому, что нельзя, а потому, что не нужно и не рекомендуется.
У детей формируется система иммунитета. Один астаксантин не может заменить собой всю систему иммунитета. И есть еще ряд, целый ряд моментов. У детей очень сильна мелатониновая защита. Если зрение упало, кому нужно идти? К доктору. То есть вот во всех ситуациях, связанных с болезнями, дорогие друзья, как питание мы можем рекомендовать. Но есть ряд очень таких важных моментов, когда нужно учитывать состояние человека, стадию его заболевания, выраженность его симптомов. То есть вот опираясь на один диагноз, невозможно дать полноценный ответ, что еще нужно человеку. Единственное, насчет почек, коктейль совершенно спокойно можно давать, он не нагружает почки. Ну что значит доктор ничем не поможет? Ищите другого доктора, который поможет. Всегда можно найти доктора, который поможет. Вопрос в поиске. То есть всегда можно найти человека, который проконсультирует. Но нужно знать все причины. Да, почему я вот не даю поверхностных ответов, я не могу их дать. И второй момент. Вот, давайте вот будем точны. Мы не лечим заболевания. Мы помогаем организму восстанавливать себя до нормы. Это роль питания, это роль здорового образа жизни. То есть мы работаем с этой стороны баррикады. Но это более существенно иногда, чем лечение. И опять же, никто не отменяет питание при лечении. То есть питание отвечает за восстановление. Иногда эти процессы идут параллельно. Но все, что касается лечения, выраженности симптомов, применения лекарств, это заслуга докторов. А у нас вот мы с вами занимаемся немножко другой деятельностью. При подагре там мочевая кислота, а не молочная. Там другое. Wellness Life Plus. Вот дозировки, какие у нас для восстановления организма? Wellness Life Plus, дорогие друзья. Ну давайте, вот как отче наш, усвоим это. Что Wellness Life Plus – это оптимальный вариант коррекции нашего питания, убирающий причины заболеваний, связанных с нарушениями питания. И у нас единый подход, у нас универсальные тела. У нас у всех одно сердце, два глаза, один уровень нормы артериального давления, температуры и так далее. Норма у нас приблизительно одинакова. Она чуть-чуть отличается у мужчин, женщин и детей, и это учитывается при создании этой продукции. То есть наша задача – помочь организму вернуться к норме. Вот Wellness оказывает в этом неоценимую услугу. Нет, конечно, вместе, но если бы отдельно, но было бы все отдельно. То есть вот только вместе, тогда организм получает все сразу. Ну вот представьте, вы директор фабрики или завода, и вам нужно обеспечить сырьем все свои цеха. Как вам удобнее работать? Если утром вы получили всю продукцию необходимую, для, то есть сырье необходимое для работы всех цехов, или к вам будет приходить вот потихонечку по одной машине? Да, то есть и вещества, которые нам нужны дополнительно, а есть то, что нужно, чтобы поступило в организм сразу. 13 лет можно уже. Ну, это вот связано, если уже начинается половое созревание, можно уже переводить на Wellness-пак. Это индивидуально. То есть как вот там идет. Основной прием или обед, или завтрак? Основной прием пищи. Ну, вот кто, насчет ребенка, который не ест утром, смотрите, вот кто отводит ребенка в детский садик, да? То есть, если садик находится рядом с домом, то можно спокойно дать витамины ребенку до приема пищи. Ну, самое главное, обычно вы должны знать, во сколько завтрак. То есть, если это выпьет ребенок там, минут за 10 до приема пищи, то ничего страшного. И омегу можно дать на хлеб в данной ситуации. Татьяна, ну еще раз, вот почечная недостаточность, как выражена, если единственная почка. Я могу вам дать вот ответ, как отвечает Олег Витальевич Швец, наш главный диетолог. Навредить этой продукции трудно, практически невозможно, и единственное стопроцентное противопоказание – это индивидуальная непереносимость какого-либо компонента. Но есть ситуации, там вот, когда нельзя, нельзя при приступе острого панкреатита, когда вообще ничего нельзя есть. Нельзя при острой хирургической патологии. Но есть ситуации, когда, вот, которые нужно согласовывать с вашим доктором.
Если чувствуете, что подцепили простуду, ну, выпейте дополнительно одну капсулу. Дайте организму еще более дополнительный белок, поскольку будут интенсивно образовываться лейкоциты, и дополнительную защиту в виде витаминов и минералов. Светлана, увеличение пролактина – это один симптом. Вот я говорю, что я по диагнозу не могу дать рекомендации. Вы предлагаете, чтобы я ответила по одному симптому. Но это непрофессионально, некорректно, дорогие мои друзья. Давайте вот, когда мы обеспечиваем наше тело и вот обеспечиваем нормой воды, движения, сна и питания, тело способно самовосстанавливаться. Давайте ему помогать, а не пытаться резко вмешаться в его работу с помощью вот каких-то там придуманных нами моментов. Так, кто еще? То есть молочная кислота, еще раз, это не при подагре, это вот при избыточной физической нагрузке. Ну, смотрите, коллеги, если вот я сейчас пропустила чьи-то вопросы, вы можете задать их в гугле. Да, есть вот форма. Ну, еще раз, я просто хочу до вас достучаться. То есть, пожалуйста, не спрашивайте меня, как пить при том или ином диагнозе. И либо что посоветовать, поскольку по одному диагнозу невозможно дать человеку нормальные рекомендации. То есть, если вот консультация, она предполагает знать о пациенте максимум информации, чтобы помочь определить все причины, которые привели к заболеванию. То есть по названию диагноза ответить это невозможно. И второй самый важный момент, ну, не лечим мы wellness. Мы помогаем организму восстанавливаться. Это процессы, которые идут параллельно или независимо от лечения. То есть мы даем норму, а дальше он работает. Наша задача, вот что мы положим в полость рта и как тщательно мы это пережуем и вот чем мы запьем. Запиваем водичкой. Омега-3, две капсулы, это действительно минимум. И действительно пьют в странах Скандинавии, возможно, и большие дозировки. И дозировки в мире разнятся от профилактической дозировки в 300 мг до лечебной, до 3 граммов. Но давайте вспомним вот историю. Историю wellness от Oriflame. И первые годы применения омеги. Какие потрясающие результаты люди получали, просто систематически принимая две капсулы. То есть в тех случаях, когда есть какая-то патология со стороны сердца, сосудов, со стороны суставов, да, можно увеличивать дозировку омеги, но опять-таки нужно консультироваться с вашим лечащим врачом. Вот. И детки наши получают, у нас будет отдельная тема, посвященная детскому wellness, благодаря Тору Линдбергу, они у нас получают с вами вот как раз в объеме омегу-3. Хотя общемировые нормы для детей не остаются 300 миллиграмм. Но вот заслуга Тора Линдберга, нам с вами просто повезло, что дети нуждаются в этом больше. Для взрослого человека, который долго систематически принимает омегу, и состояние его здоровья нормальное, достаточно 2 капсулы. То есть это опять-таки индивидуально. Ну, тут вот, Татьяна, сложно сказать насчет ребенка 9 лет. Давайте пока все-таки не будем. Вот все-таки с 14 лет. Угу. То есть не будем вводить постоянно, поскольку у него другая цель. Помним о том, что у детей больше работает мелатонин. Даем ребенку лучше высыпаться. Мальчику 2,5 рока, который не говорит и ничего не выговаривает. Здесь мамочке нужно было давать Wellness Life Plus и омегу-3. Вот сейчас, пока 2,5 года, конечно, нужны витамины, конечно, нужен wellness, конечно, нужны занятия с логопедом очень серьезные. Витамин D нужен. Нужно, чтобы мама его принимала. Почему вот у нас витамин D входит в витаминно-минеральный комплекс.
То есть в какой-то степени это уже упущено. Нужно, естественно, восстанавливать всеми возможными способами, но здесь нужно серьезно заниматься. Вот. После не означает следствие. Астаксантин не может вызвать пятна, аллергию, как и омега. Если аллергическая реакция возникает на что-то, она возникает практически моментально, даже при минимальном поступлении вещества этого. То есть, поэтому, чтобы объяснить, почему у мужчины появились пятна, нужно долго, подробно с ним беседовать, выяснять все причины состояния его здоровья. Вот понимаете, ну, не на все можно ответить. Хорошо. Спасибо и вам, дорогие друзья. Вот, до следующей встречи. Помните, что каждый день нам нужно принимать Wellness Life Plus для того, чтобы помочь самим себе быть красивыми, здоровыми, прекрасными. Вот и радоваться жизни, и радовать окружающих.